мы занимаем первое место в стране по темпам промышленного роста, в числе лидеров по инвестициям в основной капитал, по динамике этого показателя, а также по автомобильным перевозкам и еще ряду других показателей, характеризующих на самом деле развитие реального сектора экономики. Основной вклад в развитие экономики дала наша системообразующая отрасль, рыбохозяйственный комплекс. У нас была удачная путина, объем вылова водных биоресурсов поставил рекорд, составил рекордное значение, превысил 1 миллион 750 тысяч тонн. При этом по лососевым, это особо значимый для береговой переработки вид водных биоресурсов, путина также очень удачная, почти 500 тысяч тонн вылов составил. Это влияет позитивно и на бюджет, потому что приняты соответствующие решения, в рамках которых сборы за водные биоресурсы индексированы были в 2023 году, и мы видим серьезное подспорье.